Всем привет! Сегодня я снимаю видео пеленания с моей Аришей. Я думаю, вы давно не видели пеленания с Аришей, и я сегодня его хотела вам показать. И сегодня будем переодеваться вот такой вот костюмчик. Вот, это костюмчик праздничный такой, но я его одеваю просто так. Вот. Такая шапочка, и в шапочке у нас... Такие вот носочки миленькие. Обожаю этот набор. Мы сегодня одеваемся просто так. Вот. Только чтобы заснять вам пеленание. И вообще просто померить платьишко. Вот. И тут у нас идут дополнительные шортики. Под памперс. Вот. Но мне немножко не нравится, что тут всякие вот эти ниточки торчат. Ну, что ж поделаешь. Такой вот костюм. Вот. Ну и давайте начнем. Я раздела Аришу. Вот так вот она у меня лежит здесь. Сейчас мы поменяем ей памперс. Вот. На такой вот. От Хаггис. Так. Сейчас мы добавим сразу же присыпочку. Так, дальше. Сейчас я одену носочки. Носочки очень маленькие. Мне этот наборчик безумно нравится. Носочки Ариши в самый раз. Мы их очень редко носим. Вот. Ну, носочки просто вообще очень маленькие. Вот у нас тут пяточка. Немножко такая. Не очень выглядит. Даже, так скажем, маленькие. Вот такая вот милая шапочка. Вот мы сегодня будем как новорожденная девочка. Новорожденные девочки, господи. Вот. Потому что именно в этом наборе я приобрела Аришу. Мне кажется, это очень прям, не знаю, офигенная одежда. Если бы честно, ну, если честно, я бы, если увидела такую одежду в детском магазине, я бы не стала покупать. Да, мне кажется, она бы стоила очень дорого. И вообще, на детей такая одежда стоит действительно очень дорого, так как я ходила гуляла в детском мире, когда там тоже вот всякие платьишки, и они очень дорого стоили. Вот. Ну, я все понимаю, то, что детям одежда очень дорого стоит сейчас, на данный момент. Вот так вот. Так. Видите, у нас тут из-за памперса не до конца на попу налезает. Так вот, обычно мы это одеваем на Новый год и на всякие праздники. Вот. Но сегодня нет никакого праздника. И Ариш тоже нету никакого дня рождения, никакого праздника. Но мы одели для того, чтобы просто пофоткаться, и я решила заснять видео пеленание. Так, и застегнем сзади замочек. Так, господи, у нас не застегивается, что происходит? Ариша потолстела.
Но не застегивается, короче, до конца. Ладно, ничего страшного. Значит, Аришка у нас потолстела, да? Ариша. Ариша у нас потолстела. Вот так вот мы выглядим. Обожаю просто это платьишко. Вот, но день рождения у Ариши не отмечали, я его не одевала. Ну, первый годик мы, по-моему, не отмечали, так как я не понимаю, зачем это нужно. Вот. И сейчас мы попьем молочко. Так как мы не кушали, чтобы перед фотосессией Ариша у нас не плакала. Да. Вот. Обожаю просто этот наборчик. Просто, не знаю даже. Вот. Насчет новой куколки я пока еще ничего не знаю. Вот, меня уже многие спрашивают, скинь ссылку, которую ты будешь покупать. Я вообще не знаю, какую буду покупать. То есть я уже еще не определилась точно. Вот, у меня есть, конечно, предпочтения такие, молды. Вот, но я пока не решила, какую я точно куплю. Вот. Ну вот, куколки из таких-то там молдов, смотрю, вот. Ну, пока ничего не нашла. Себе подходящего и по цене, и по красоте. Вот. Сразу же говорю, то, что я не хочу покупать с открытыми глазами. Хочу с закрытыми мини-реборна какого-нибудь посмотреть. Вот. Пока, короче, еще не знаю. Вот. Так вот. Мы кушаем, ну ладно, все, хватит, мы сейчас проболтаем полвидео. Вот. И такую сосочку мы от фирмы НОК возьмем. Правда, она немножко розовая, но белых сосок у меня нету. Я не приобретала себе такие. Ну и вот так вот мы выглядим. Я думаю, вам понравилось наше пеленание. Вы поставите пальчик вверх, подпишитесь на канал. И когда... Многие спрашивали про конкурс. Насчет конкурса я вам скажу одно, то что конкурс, скорее всего, выйдет, когда у меня будет 10 тысяч подписчиков, чтобы как бы на юбилей, да, такой, вот, чтобы такая вот дата была. А то сейчас у меня пока 7, и я очень этому рада, если честно. Я просто вас обожаю, не знаю, что с вами уже сделать. Блин, вы просто, не знаю... переполняете все мои эмоции. Вот. Я даже представить себе не могла, что у меня будет столько подписчиков. Лично для меня это очень большая сумма, что у меня уже столько людей, человек, девочек смотрят, вот. При этом все очень позитивные. Вот. Ну и не знаю, что еще вам сказать. То есть, когда будет 10 тысяч подписчиков, я уже к тому времени куплю призы. Вот. Так как у меня пока нету призов таких вот, ну, не знаю, нету призов, короче, вот. Хочу съездить по магазинам, а пока еще я не поеду, так как не позволяет время, вот. Я думаю, это все понятно. И вот когда я куплю призы, все будет готово, только тогда буду делать конкурс, но пока что я не могу. Я думаю, вы все меня понимаете, вот. И когда будет больше человек, то есть уже 10 тысяч, это достаточно. Вот, я уже устрою конкурс. Ну, пока ничего не говорю больше про конкурс. Вот. Хоть я и обещала когда-то, чтобы у меня было 5000, да, буду делать конкурс. Но к тому времени я не прикупила призы и так далее. И вот я вообще улетела за границу. Так что у меня вообще не было таких планов. Ну, в общем, я думаю, ситуация такая. Вот все меня понимают, вот. Ну и на этом было все. Спасибо за просмотр. Всем пока.